приехал на шоу с дельфинами, оно стоит 15 кук, ну 15 евро, да. Добраться до сюда можно на автобусе, как обычно, 5 кук вы платите и катаетесь без проблем. Остановка находится вот там вот рядышком, пешочком, и обратно точно так же садитесь, едете в ваш отель, какой вам надо. Можно добраться до такси сюда, вход, если вы, у них расписание, сейчас вам скажу, скольки до скольки. У них шоу в 11, 15.30, плавание с дельфинами стоит около 80 евро, 9.30, 11.30, 14.30, 16.00, получается, вы можете прийти и поплавать. Если же вы приходите в другое время, то тут можно даже без проблем, говорят, зайти и платить ничего не надо. То есть шоу нету, дельфины в открытом доступе, вы можете там с ними, ну, подойти, посмотреть, по крайней мере, на них. Фотография 28 кук, 25, и вот время, и вот билеты 93, я так понимаю, это взрослые, детям 73 купания стоит. Входной билет для взрослых 15, для детей старше 12 5, если до 12 лет, то бесплатно. Здесь есть небольшой зоопарк, там птички, попугайчики, игровая площадка. Вот здесь проходит шоу, здесь же купание. Вон они, дельфины. Вот, смотрите. Привет! Красавчики! Смотри!
Вот ребят, которые будут плавать с дельфинами, судя по всему, собираются. Здесь есть парочку магазинов сувенирных, кафе, где можно перекусить. Из сувениров, конечно, дельфины, черепашки. Из дерева все, из кожи. Средства загара, тапочки. Ребят, ну как вам шоу с дельфинами? Понравилось? Пишите ваши комментарии. От себя скажу, что это было интересно. Есть что посмотреть. Оно короткое, 15-20 минут. Дельфины прыгают, возят людей, все стандартно. Стоимость 15 кук, это не так и много. Вот он весь дельфинарий. Еще раз мы посещаем дельфинарий, решили поплавать. Значит, что стоит поплавать? 73 для ребенка. Если у вас ребенок до 4 лет включительно, то ему бесплатно в сопровождении взрослого. Вы платите 73 за взрослого и бесплатно плаваете, а ребенок плавает вместе с вами. Если же ребенку уже 5 и до 12 лет включительно, то вы платите 73. Если 13 лет и выше, то 93. За взрослого 93 стоит поплавать. Также, если вы с собой берете сопровождающего, то он платит 15 еще дополнительно кук. Вы заходите в такое вот место. Оно рядышком находится, там, где проходит аттракцион. Здесь есть комнаты для переодевания и душ. Конечно же, надо взять с собой полотенце, плавательные принадлежности. Вот он наш красавец, с которым мы будем плавать. Смотрите, какой красивый. Одели надо жилеты. Садитесь туда. Садитесь, девочки. Вот он наш красавец. Привет. Еще. О, привет. Ну гладьте, девочки. Смотрите, целует всех. Давай, дочь. Бери за плавники их. Не бойся, и второго бери. Вау! Красава! Плыви сюда. Поплывешь, Соня? Да. А вы, вот он вот у вас пойдем. Прыгать. Ближе, ближе. Молодцы, дельфины. Ой. Сейчас я буду взлетать. Сейчас посмотрим, как это оно. О! Ой! Давайте, девочки, спускайте. Ой! Вот, бери их, потрогай их. Теперь поцелушка. Only Josh. Трубик, клавера.
снимать, Кен. С другой стороны даже. Кисель, кисель, кисель. А теперь поцелушка. Ну вот, ребята, что такое купание с дельфинами. Это круто, я рекомендую. Если кто-то пишет в отзывах, что это ерунда какая-то, не слушайте, не верьте, не ерунда. Вас дадут возможность и поцеловать дельфинов, и погладить, и поплавать с ними, и за их гребни, я не знаю, как это, за плавники за них подержать, чтобы они вас повозили. И даже вытолкнуть вас из воды, как вот здесь вот шоу, когда я вам снимал, показывал, все это здесь у вас будет. Это круто. Да, деньги, ну, может быть, не маленькие для кого-то, но оно того стоит. И еще маленький лайфхак. Здесь, если вы, например, в 9:30 приезжаете, то в 11:30 здесь шоу. Вы сначала купаетесь, а потом вы можете отсюда не уходить и посмотреть еще шоу, которое стоит 15 кук. И вы сэкономите тогда. И тогда вам обойдется не 93, а минус 15, соответственно. Ну или минус 73, если за ребенка. Ну и я вам говорил, что если у вас ребенок до 4 лет, сопровождающий идет за 73 кука. То есть, опять-таки, вы можете сэкономить 20 кук здесь. Друзья, маленький лайфхак еще один. Есть такая возможность или после того, как дельфинарий закрывается, подойти договориться с охранником или заранее договориться с тренером, который проводит это шоу «Индивидуальное плавание с дельфинами». То есть, я думаю, вам это обойдется или столько же, или немножко дешевле, но вы будете одни, и вы сможете больше поплавать, больше получить удовольствие от вот этого плавания с дельфинами. Если у кого-то получится, пожалуйста, отпишите в комментарии, действительно ли так, сколько это вам обошлось. Может быть, контакты напишите этого человека, который вам разрешил пройти и, ну, индивидуально поплавать, чтобы другие тоже могли воспользоваться этим. С дельфинами, которые на шоу можно побаловаться, я показал, как можно их позвать или рукой стучать по воде, или бутылочкой стучать по воде. Они приплывают, ну и надо аккуратно, потому что они в игривом настроении, хотят укусить вас, видели там, как это происходит, открывает рот и пытается цапнуть, играет с тобой. Листик нам приносил.